Живых щенков выбросили в мусорный бак. Малышей нашли на одной из помоек Челябинска. Щенят положили в коробку, накрыли одеялом и оставили умирать на свалке. Как скулят собаки, услышали прохожие. Вот такое чудо сегодня обнаружили на проспекте Победы 221А в мусорке. Люди, задумайтесь, вы люди вообще или нет? Неравнодушная челябинка забрала животных. Теперь девушка просит помочь неравнодушных найти собакам новых хозяев.